что помешает. Фотоснайпер? Фотоснайпер 12. Приветствую всех. Сегодня вам обзор проведу. Фотоснайпер. Фоторужье. Это отдельно. Зенит. С вот такой вот пимпочкой. Нужен зеркалка. Здесь крепление. Объектив. Это ремни. Они вот сюда можно крепить. И на спину. И таскать с собой коробок. Коробок шикарный, алюминиевый. Две отвертки. Крышка. Фильтры. Три фильтра. GS2X. Оранжевый 2.8X. 72x0.75. Желтый. Желтый 1.4. Желтый 2. Описание фильтров и для чего есть, ссылки будут в приложении. Но это для пленки, для цифровых фотоаппаратов особо не надо. Две отвертки, если вдруг понадобится что-нибудь выкрутить. Объективчик Helios Helios 44M 2x58. Без хруста. Это все мануальные объективы. Ручка. Натуральная кожа. Где найти? Так. Сюда 42-я резьба. Диафрагма. Навсегда открыта может быть, если извести. Тоже щелчками. Сейчас диафрагма открыта, а если фотографируете, она раз и щелчок идет. Вантус свеженький. Это Таир 3FS 4.5 на 300. Это регулировка. Резкости нормальный аппарат. Даже рогу стал. Нет, не рогу. Надо отрегулировать.
Но его регулировать не буду, все равно я на пленку снимать не буду. Сюда я буду ставить Canon 1100, потому что он может видео снять. Либо 600 Canon. Они подходят по размеру в коробок, становятся. Сюда переходничок нужен. Так, дальше крепим вот сюда. Здесь крепеж. Четвертка прямая, шестигранники подойдут. Техника 1980 год или может раньше. Вот она, регулировка. Все мануальное. Даже когда цифровой фотоаппарат сюда станет, все равно это мануальное. В общем, примерно соответствует из оружия как лук средневековый по сравнению с автоматом Калашникова. Современные цифровые камеры полностью автоматически все делают, а здесь ручное. Громкий затвор. Сейчас произведу, чтобы слышно было. Не отрегулировано. Чуть-чуть надо вот здесь спуск идет через вот эту часть и сюда. Конечно, животные все это слышат, громкий спуск, но в этом все удовольствие. Медленная фокусировка, то есть для того, чтобы снять птичку или кого-нибудь быстро, на нем не получится. Нужно сначала навести, у объектива всего 8 градусов угол обзора, потом навести резкость, успеть выставить на цифровом фотоаппарате ISO, выдержку, все остальное. Времени занимает много, но
В этом все и удовольствие ручного фотоаппарата. В следующем видео посмотрим PS12.